очередная проверочка тут по энергии, что тут происходит. Опять смотрю, то что шундет сделаешь, снова работы начались, снова что-то хотят делать, переделывать. Ну, как Александр говорит, если зашунгитил, значит жди работ. Второй раз в этом убеждаюсь. Это вот тут у собора что-то делать собираются. Ну, так понимаю, наверняка что-то вроде реставрации. Смотрю, с той стороны есть что-то, нет. Там противоположной стороны они что-то сверху там делали уже. А тут все вот обтянули пленочкой. Сейчас пойду схожу в Липкарфраункирхе. Там смотрю, тут тоже все красно-белое. Какие-то заборчики стоят. Померяю там. И потом в Мартини схожу, посмотрю, что там в Мартини происходит. Ну, походу, надо опять шунгит готовить. Смотрим там. Ну, тут как бы дорогу что-то перекопали. Что-то там меняют, наверное. Да, вот трубы лежат. Это, в общем-то, рядом. Но не там. Тут явно просто какие-то работы идут. Сейчас здесь еще померяю, посмотрю. Вот этот камушек. Вроде как бы он тут нужен, да? Ну и тут по периметру, я уже говорил, еще добавили. Правда, это что-то на песчаник похоже, непонятно. То ли ракушечник, то ли песчаник. И там по периметру сейчас из-за травы плохо видно. Камней наложили, вроде как бы, типа, чтобы никто не заехал. Ну, кому надо, и мимо камней проедут. Там и бордюр высокий, в принципе. Но камни везде подкладывают. Уже почти дошел. Сейчас зайду, мультиметр достану и проверю. Ну, как-то интересно, все пообваливалось прям быстро. Вроде работы тут не идут, но тем не менее все очень сильно поменялось. Не знаю, не стало тут долго сидеть, не хочу еще раз пробовать. В тот раз мне было после подобного нехорошо. Поэтому пойду я в Мартини и там еще посмотрю, что там. Кстати, вот они, эти камушки наложенные. Так понимаю, в том году их, скорее всего, положили. Раньше их не было. Это песчаник, но вот эти прожилки интересные, они очень твердые, как почти как железо. Это
эти темные я уже проверял. Там один из зрителей спрашивал насчет Шунгита. Я, конечно, ссылочку оставил на канал Только Плюс, чтобы там поизучал. Я как бы в курсе происходящего, но эту тему практически не затрагиваю. Хотя Шунгит мне и сейчас надо приготовить. Там возле вокзала у нас 4 пирамиды в виде фонтана. Там как раз мой друг живет, и там у него станок стоит токарный. Я там довольно частенько, поэтому там надо тоже это дело проделать. Там Александр рассказывал, как бы скажу, что сланцевый шунгит тоже пойдет. Поэтому более благородный, чисто черный, можно для других целей использовать, а этот подешевле сланцевый можно вот для таких вещей использовать. И вот она у нас мартини с вот этой боковой интересной антенной железной, которую я уже как-то показывал. Ну, сейчас еще раз покажу, все равно мне туда идти. И покажу сразу вот эту вот могилку, которую там сделали. Но очень напоминает могилку. Вот эту антенну, когда приделали, я, честно говоря, не помню. Но давненько, по-моему, как-то я особо на нее внимания не обращал. В общем, внизу, как вы видите, таблички с надписями. Ну, а вверх я вот вижу только этот функционал в качестве антенны, как усиливающая. Больше я тут никакого функционала не вижу. Вот такие железячки там. Сейчас я приближу, похоже, с нержавейки. Вот такие вот интересные. И я уже говорил, показывал тоже, может, кто не видел, вот тут на том углу стоит, там, по-моему, елочку я проходил, по-моему, елочку там посадили. Я не знаю, похоже, опять закрыто мартини, но я рядышком где-нибудь сейчас на лавочке сяду, проверю. В принципе, возле собора я это пробовал. Понимаю, что без разницы, одно и то же показывает, рядом ты сидишь или внутри. Ну, скажем так, дома у меня таких показаний не было никогда. Ну вот она, да, тут елочку посадили, потому что без елочки это реально напоминало, ну, сами понимаете, что, да, как какое-то захоронение. Вот так деревом, как бы. Ну, тут наконечники такие слегка пирамидальные на столбиках. И как бы железной вот такой металлической проволокой все скручено, как бы закольцовано, да? И вот тут сейчас тоже я сяду. Наверное, вон там на камень прям поближе сяду. Хотя на него лучше не садиться, но я на него камеру поставлю. Тут что мы тут имеем? Тут совсем ничего, но в принципе как везде. Нарастание и потом бум-спад. В общем, это как у меня сейчас в подвале или дома то же самое. Нету больше вот этих 150, 100 микровольт. Но обычно плюс в правой руке. Так больше показывает. Хотя не всегда, опять же. Странно, вот сейчас отпущу сброс и по новой.
Ну, точно как вот в подвале у меня. Ну, до 40 поднимается, потом в районе 20-25. Вот что-то вот так происходит. Как-то вот так. В общем-то, не знаю, работаете, влияют или как. В общем-то, шунгит надо опять готовить и пройтись по новой. Ну вот я уже в подвале, и здесь тоже же надо как бы проверить. Ну, в подвале еще хуже. Двадцать, все. Минус правую. Ну, как всегда, меньше. Потрем пальчики. Еще раз. И нифига, все то же самое. Ну вот так. Там 100 микровольт, 150 микровольт, как в соборе было. Сейчас нигде не показывает. Как бы, как-то так. В общем, насколько я понял, это надо каждую осень проделывать, наверное. Теперь надо дождаться опять, пока работа закончится, и это все опять проделать по новой. И ждать следующего года смотреть. Вернее, потом проверить. И если все повторится, то значит это уже не совпадение. Ну, как бы, не так это понятно, но вдруг кому-то непонятно. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья, пока. Итак, что из этого всего я понял? В общем-то, почему я хожу с мультиметром, кому непонятно. Мультиметр включаем на постоянный ток, на микровольты и проверяем. В общем, после зашунгичивания мультиметр показывает 100-150 микровольт. Это значит, что я имею много энергии. Если показывают, вот как в данном случае, очень мало, в районе там 40-20, то значит, нас хорошо собирают энергию. В общем, после каждого зашунгичивания происходило повышение. То есть показывал мультиметр то 150-100 микровольт. Как начинаются подобные работы проходить, значит, мультиметр показывает в районе 40-20, падает где-то так. Ну, в общем, как-то так. В общем, все не так уж сложно проверять, и это можно вот таким простым прибором это проверить. Кому интересно, можете сами попробовать. Я это уже проделаю не первый раз, поэтому как бы, ну, после следующего зашунгичивания попробую еще раз проверить, еще раз убедиться на всякий случай. На этом, пожалуй, теперь уже все. Всем удачи, счастья, здоровья, пока.